на вторую ножку. Также начинаем с нижней трети. Вторая нога в позиции барьерного шага. Прокатали буквально 5 повторений. На самой неприятной точке остановились. 5 раз подгибали. У кого есть шарик, да, можете поработать на шарике. Шарик вообще отлично чувствуется. Опять же, кому мало, ногу на ногу закинули и пошли работать со второй. Также 5 прокатываний, 5 сгибаний. Отработали среднюю треть, поехали на верхнюю треть. Естественно, когда будете работать с клиентами, все необходимо делать раза в 2 метра. У вас, к сожалению, очень жесткие временные рамки сегодня. И 5 раз дальше.